полицию вызову, а потом родители, блядь, оштрафуют. Мы просто... Слышишь ты, блядь? Мы просто... Да, давайте, сейчас пошли. Пошли, пошли. Да. Блядь, охранник бежит назад. Не лазьте по заборам, блядь. Что, прыгаем? Угу. Всем привет, ребята! Надеюсь, все видели это видео, отрывок которого только что посмотрели в начале этого ролика. А если по счастливой случайности вы не посмотрели первую часть, рекомендую перейти по ссылочке в описании и сначала посмотреть первую часть, а уже потом переходить ко второй части. По многочисленным просьбам в комментариях снимаю для вас вторую часть, что же произошло после того, как мы прыгнули к охраннику с гаража. Но перед этим небольшая предыстория для хейтеров, которые хейтят меня в комментариях за то, что мы мучаем бедного охранника, за то, что мы туда полезли, на закрытую территорию. Мы такие злостные прям преступники, которые нарушили закон, пробрались на частную закрытую территорию, еще и задрачивали охранника. Так вот, ребята, мы туда полезли, да, это наша вина была, но... Мы хотели просто снять для вас обзор скейт-парка, который не пригоден вообще для катания, не пригоден вообще ни для чего, ни для какого вида спорта. Это просто больная фантазия какого-то застройщика. Так вот, ребята, когда мы туда залезли, мы не хотели никаких конфликтных ситуаций, мы просто хотели... снять обзор на этот скейт-парк. Мы не хотели даже в нем кататься, потому что кататься в нем вообще невозможно было. Но как только мы начали подъезжать к скейт-парку, сразу же выбежал охранник и начал жестко бычить на нас. Не надо велосипед трогать! Милицию вызову, а потом родители, блядь, оштрафуют! Да успокойтесь, успокойтесь, молодой человек! Мы просто хотели договориться, чтобы он выделил нам 5 минут времени для того, чтобы... Мы сняли обзор скейт-парка, нам больше не надо было. Я бы выходил с камерой, снял для вас обзор скейт-парка, и все, на этом бы все кончилось. И мы бы уехали сразу оттуда. Но так как он оказался не особо адекватный, он начал сразу же хвататься за велосипеды и... Ну, короче, вы все сами видели, ребята. После того он сразу же побежал в какую-то кибитку, и мы подумали, что он побежал туда за дубинкой или баллончиком, или еще чем-то, пистолетом. И мы сразу начали сваливать. Но потом под вечер мы решили, конечно же, пробраться в этот скейт-парк. Думали, что охранник там уже спит в кибиточке своей. И попытались залезть через забор второй раз. Но как оказалось, охранник сразу же нас спалил. И тут началось веселье. Блин, охранник бежит назад! Где он? Стой, стой, стой. Да вон там вон. Ёбаный рот, блядь. Блядь, зайду сейчас. Он палкой не кидает. Ты чё это? Так вот, ребята, давайте перейдем ко второй части, зачем же мы здесь все собрались. Итак, ребята, всем же интересно, что же было после того, как мы прыгнули к нему с гаража. Но перед этим я попросил вас набрать 10 тысяч лайков, чтобы я дропнул вторую часть. Но так как YouTube посчитал, что это видео слишком злобное, слишком агрессивное, не знаю, как его еще назвать, мне кажется, видео веселое вышло. Никакой злобы и агрессии. Просто веселье со стороны нас, но не со стороны охранника. Так вот, ребята, YouTube посчитал, что это видео не нужно продвигать. Дал мне желтый значок монетизации и закинул его просто в жопу YouTube. И это видео около года не набирало вообще никаких просмотров. Было где-то около 10 тысяч просмотров. Но после того, как я закинул отрывок этого видоса в TikTok, видос начал расти, и сейчас на нем 260 тысяч просмотров. Итак, ребята, всем интересно, что же было после того, как мы прыгнули к охраннику с гаража? А было следующее. Как только мы прыгнули к нему с гаража, он напал на нас, начал размахивать дубинкой.
после чего мы дали ему отпор. Вдвоем его заломали, подбежала еще куча людей, и мы начали жестко избивать его. И после того, как он вырубился, мы пошли кататься в скейт-парк. Да ладно, ничего такого не было, пацаны. Все же ждали, что мы там прыгнем к нему и жестко отдубасим его, но такого ничего не было. Перед тем, как прыгать к нему с гаража, мы с ним минут 15 наговаривались о том, чтобы мы безопасно могли спуститься к нему и просто сделать обзор скейт-парка. У меня был этот обзор, но так как прошло около 2 лет, пока набралось 10 тысяч лайков, конечно же, я этот материал удалил, и никакого обзора уже у меня нет на этот скейт-парк, к сожалению. Мужик оказался более-менее адекватный, провел нас к скейт-парку и дал нам минут 5 или 10, я уже не помню, просто походил с нами, я сделал небольшой обзор скейт-парка на то, что в этом скейт-парке вообще невозможно кататься, пацаны. Я не знал, что через 2 года наберется 10 тысяч лайков, даже уже 14 тысяч лайков. Поэтому, ребята, извиняюсь. Ну а если это видео наберет 5 тысяч лайков, то я поеду второй раз в этот парк и сниму уже для вас полноценную вторую часть и обзор скейт-парка. Кстати, я недавно проезжал там, и этот парк до сих пор закрытый, пацаны. Так что есть смысл ставить лайки. И в новом сезоне мы можем съездить туда и снять для вас еще одну веселую часть с диким охранником. Я надеюсь, он там же работает. А на этом все, пацаны. Ставьте лайки, если хотите реально вторую часть, чтобы я поехал к этому охраннику и снял для вас обзор скейт-парка или обзор на охранника. Нажмите, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новое видео с диким охранником. Все, пацаны. Всем пока.